Здесь теплое поле наполнено рожью, здесь плещутся зори в ладонях лугов. Сюда златокрылые ангелы Божьи по лучикам света сошли с облаков. И землю водою святой оросили, и синий простор осенили крестом. И нет у нас родины, кроме России. Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. Добрый час, уважаемые гости! Уже становится доброй традицией каждую весну в этом гостеприимном зале молодежного центра свое творчество в рамках проекта «Мой первый сольный концерт» нам дарят солисты образцового коллектива ансамбля русской песни «Неждана» детской музыкальной школы имени Жанны Ильиничны Андреенко, который и открыл сегодняшний наш концерт под названием «С песней по жизни».
Песня – это огромный мир чувств, мир мыслей и образов. Песня – это часть нашей жизни. В дружном кругу, в одиночестве, в шумной компании, в минуты радости, в минуты печали – повсюду с нами песня. Старинные и современные, задушевные, распевные, задорные и озорные – они все в наших сердцах. Мир песни велик в необъятном мире музыки, и песня занимает особое место, а русская народная песня, она занимает самое яркое и неповторимое место в многообразии музыкальных культур. Каждая песня имеет свою историю. У Полины Беляковой эта песня «Ой, мороз, мороз», с которой она в 6 лет начала свою сольную творческую народно-певческую жизнь, став лауреатом Всероссийского фестиваля конкурса народного творчества «Золотые кружева» в городе Москва. Уважаемые гости, внимание на экран. Несколько слов хочется рассказать, прежде чем Полина выйдет на эту сцену. И начать с того, что немногим ранее, в 2012 году, Полина впервые попала на занятия подготовительного отделения нашего коллектива, образцовый коллектив ансамбля русской песни «Неждана» детской музыкальной школы имени Жанны Ильиничны Андреенко к своему будущему педагогу и наставнику. Ей было всего 3 года. Музыкальные способности ее, красивый и необычно низкий для ребенка голос, сразу обратили на себя внимание педагога. В 7 лет Полиночка поступила в музыкальную школу по классу сольное народное пение. Ее творческая жизнь всегда была и есть насыщена и разнообразна. Полина вместе с родителями готова поддержать все творческие начинания и проекты своего педагога. Вместе они проехали по России матушки от Сочи до Суздали, и каждый следующий конкурс или фестиваль Полины – это новые победы, достижения вновь поставленных творческих вершин, стремление к профессиональному и личностному росту. Народная песня – это то, что ежечасно наполняет жизнь Полины и делает ее особенной. Хотя среди увлечений, кроме пения, Полина еще любит рисовать, плавать и заниматься волейболом. За свои творческие заслуги Полина неоднократно была отмечена стипендией главы городского округа «Электросталь» как одаренный и талантливый ребенок в сфере культуры. Среди ее достижений – лауреатство международных, всероссийских и областных конкурсов. Итак, уважаемые гости, встречайте. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка образцового коллектива ансамбля русской песни «Неждана» Белякова Полина. Где-то заиграли, где-то забаянили, где мы с миленьким стояли, наше место заняли. А разговаривай, гармошка, пересыпами дробит, и плыви, плыви частушка вниз по матушке оби.
мы с подруженькой на парочку плясать и подпевать. А гармонист нам согласился полтора часа играть. Тараторили, чтобы мы не дружно жили, постоянно спорили. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-торили, чтоб постоянно спорили. Как вдоль нашего села идет тальянка весело, на 12 мигах, да у Иванушки в руках. А разговаривай, гармошка, пересыпами дробит, и плыви, частушка, мне с по матушке обид. А дружочек мой хороший, да росточком очень мал, проводил меня до дому, я чихнула, он упал. Параши частушки наши, и напев у них простой, на сегодня петь закончим, ставим точку запятой. А разговаривай, гармошка, пересыпами дробит, и плыви, частушка, вниз по матушке обид. Вот так. Мы благодарим Полину. Проходи, пожалуйста, за кулисы. Вокалисту нужно немножко передохнуть, а тем более юному и начинающему. А мы продолжаем вас знакомить с нашими сегодняшними солистами. И я хочу вам рассказать несколько слов о Софье Фроловой. Свою творческую жизнь с народной песней Софья начала в 5 лет, когда также впервые, как и Полина, попала в подготовительную группу нашего ансамбля, где и поет до настоящего времени. Музыкальные способности и красивый голос Софьи всегда обращали на себя внимание. Еще будучи воспитанницей подготовительного отделения, Софья участвовала в первом юбилее, когда мы праздновали Нежданий 5 лет, где пела с ансамблем и даже сольно запевала частушку. И вновь, уважаемые зрители, внимание на экран. Да, вот такие необычные видео нашлись в архивах у наших родителей. Спасибо, что они их сохранили. Есть с чем сравнить. И хочется также рассказать немножко про Соню, что в возрасте 7 лет Софья поступила в нашу музыкальную школу по классу сольное народное пение, в класс своего преподавателя, который и по сей день окружает Соню своим профессиональным вниманием, Русакова Анжелика Александровна. За время обучения Софья проявила себя трудолюбивой, талантливой, терпеливой, стремящейся преодолеть все трудности на пути постижения красот русской песни. Активно участвует в жизни коллектива, в концертах, конкурсах. За свои творческие старания в 2018 году была отмечена стипендией главы городского округа «Электросталь» как одаренный и талантливый ребенок в сфере культуры. Принимая участие в региональных, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, как солистка Софья
неоднократно становилась лауреатом и дипломантом всевозможных этих творческих мероприятий. Итак, уважаемые гости, встречайте. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка образцового коллектива ансамбля русской песни «Нежданно» Софья Фролова. «Как у душечки» — лирическая Алтайского края и «Для кого весна отрада» — старинный казачий романс. Ай, как удою шашке толика была, а ой, была у красной хотят с милым разлучить, а я спорьяй царь.
Дайте кисти, дайте краску. Живописцы буду я. Нарисую карие глазики, да что покинули меня. Нарисую карие глазики, да что покинули меня. Карие глазки, где же вы скрылись? Мне вас больше не видать. Ай, куда ж вы удалились, навек заставили страдать? Для кого весна отрада? Для пойся, песня, души пестуй, пойся вдоволь, вдосталь, всласть. Родила Россия песню, и от песни родилась. Ку-ку есть кукуша. Лачки, а я поломав.
В исполнении образцового коллектива ансамбля русской песни «Неждана» вы услышали три хора на стихи Сергея Есенина: «По лесу леший, лебедушка и за рекой горят огни». Музыка Артемкиных. И вы знаете, когда я слышу имя великого русского поэта Сергея Есенина, то сразу приходят на ум такие слова. В этом имени слово «есень», «осень», «ясень», «осенний цвет». Что-то есть в нем от русских песен. Поднебесье, тихие веси, синь берез и синий рассвет. Что-то есть в нем и от весенней грусти, юности и чистоты. Только скажут «Сергей Есенин», всей России встают черты. Ну, а наш концерт продолжается, и хочется продолжить его также стихотворными строками. «Я для песни душевной взял лесов зеленый шепот, а у Волги в жар полдневный темных струй послушал рокот. Взял он у осени ненастье, у весны благоуханье. У народа взял я счастье и безмерное страдание». «Ой, зелена, зелена» — покосная песня Брянской области. «Мне без валенок беда» — музыка Пономаренко, слова Дюнина. Для вас поет Полина Белякова. «Ой, зелена, не милый, не милый.
меня ждет, а с вечеру ворот. Но в такие холода мне без валенок беда. Чтобы к милому пойти, надо валенки найти. Надо валенки найти. Валенки, валенки прячет моя маменька. Все равно их найду, на свидание пойду. Говорят, любить зимой, значит дома быть одной. На морозе стынет кровь, не согреет ты любовь. Ну не буду я страдать, только бы валенки достать. Только бы валенки достать. Валенки, валенки прячь, моя маменька. Все равно их найду, на свидание пойду. Разговоров не боюсь, милым валенком пройдусь. Пусть морозит горячей, сердцу только веселей.
речкой за рекою. Там стояла Трица дочка, там стояла Трица дочка. У самого уважаемые гости, не скупитесь на аплодисменты. Почему так тихо в нашем зале? В исполнении Софьи Фроловой вы услышали невероятно трогательную рекрутскую песню «Как за речкой, за рекою». Софьюшка, проходи за кулисы, а мы продолжаем. То уводишь хороводы в поле, то сжигаешь в пляске ты себя. Ты вовек созвучна русской доле, песня родниковая моя. «Ой, как у Поли» – лирическая песня из репертуара ансамбля «Сибирская вечера». «Музыки вырезухи мои» – «Сибирская плясовая», «Орловская мотаня» – для вас поет образцовый коллектив ансамбля русской песни «Неждана» – старшая группа. Yeah!
повешу на трубу. Ты веси, моя лодка, не по косовице приду. Ешь, как подеешь, ты что ж ты говоришь? Теплее, но все равно недостаточно. Нам всегда приятно вас слышать. Как затянет, как зальется православный наш народ. Ведь откуда что берется, прямо к сердцу так и льнет. Запоет про темную ночку или про белые снега, про купеческую дочку, про шелковые луга. Запоет про синее море или про матушку реку, про кручину и про горе, про сердечную тоску. Thank you.
пьяным птица напела. Софья Фролова. Песня русская – это просторы, по которым всю жизнь нам идти. Это батюшка Дону Ростова, это матушка Волга в пути. Песня русская – это пастуший росный, радостный ранний рожок. Только сядь на минутку, послушай, ты заслушаешься, дружок. Гляжу в озера синие, поля.
озера синие, поля ромашки рвут. Забудь себя, Россию, единственной зовут. Не знаю счастья большего, чем жить с одной судьбой. Руси с тобой. Полина Белякова.
одна, чья-то песня вдали раздалась. Я затор на скамейке сидела одна, чья-то песня вдали раздалась. Фролова. Зеленая,
не скупитесь. Мы должны слышать ваши аплодисменты. Давайте еще раз поклонимся. Дорогие друзья, образцовый коллектив, ансамбль русской песни «Неждана», младшая и старшая группы. Подождите, у меня еще есть немножко трогательных строк для вас, наши уважаемые гости. Итак, делу время, а потехи только час. Вот и наступает наша трогательная минута прощания. Низкий поклон вам, люди добрые, за то, что нашли время сегодня прийти на наш концерт. Концерт, свой первый сольный концерт с песней по жизни сегодня вам подарили наши солисты. Софья Фролова. Нужно поклониться. Молодец. Полина Белякова. И еще раз повторюсь, образцовый коллектив, ансамбль русской песни «Неждана». Также сегодня на нашем концерте незабываемый аккомпанемент нам подарили наши концертмейстеры Филин Владимир Николаевич. Варварина Елена... Выходите на серединку. Варварина Елена Леонидовна. У наших девочек есть их творческие наставники и педагоги. Русакова Анжелика Александровна. Проходите, пожалуйста, к Сонечке. Романова Екатерина Анатольевна. Для поздравительного слова, как на любом первом сольном концерте, мы приглашаем на эту сцену старшего эксперта отдела художественного образования музейной и библиотечной деятельности Управления по культуре и делам молодежи городского округа Электросталь Московской области Иванову Екатерину Дмитриевну и заслуженного работника культуры Московской области, директора нашей музыкальной школы Панасенкову Светлану Александровну. Девушки, Полина, Софья, я вас поздравляю от всей души с таким ответственным и ярким событием, которое сегодня у вас случилось. Это ваш первый сольный концерт. Но на самом деле, как зритель, я могу сказать уверенно, что вы выглядели сегодня очень, очень уверенно, и не было похоже, что это для вас первый сольный концерт. Поэтому я вас поздравляю от всей души и желаю... нисколько не растерять вот этого вдохновения, этого артистизма, не заканчивать заниматься музыкой, продолжать дальше петь и радовать зрителей, родителей, преподавателей, себя радовать тем, кем вы являетесь и кем вы сейчас, как вы выступаете, как вы исполняете музыку. И от лица начальника управления по культуре и делам молодежи Бабкова Сергея Андреевича я хочу вам вручить благодарственные письма за участие в городском проекте «Мой первый сольный концерт». Полина, это тебе. И также на память вручить вам ваши именные афиши. Я желаю, чтобы эти афиши были хоть и первые, но не последние. Ура! И, конечно же, отдельную благодарность хочется выразить вашим преподавателям. Это Романовой Екатерине Анатольевне и Русаковой Анжелике Александровне, которые так чудесно, так прекрасно подобрали вам программу. Такую разную, которую мы сегодня услышали, разное абсолютно, разное настроение.
И с моего лица сегодня ни на минуту не сходила улыбка, восхищение и восторг. Ура! Большое спасибо. Спасибо, Екатерина Дмитриевна. Ну, вы знаете, от всего нашего коллектива дружного, от всех наших детей, родителей, мы сердечно благодарим отдел культуры и всех тех идейных вдохновителей, которые придумали это. Мой первый сольный концерт, моя первая персональная выставка. Это такое важное, это такое незабываемое на всю жизнь мероприятие, которое дети воспринимают гораздо сильнее, чем мы, взрослые. Для них это и трепет, и волнение, и первый какой-то серьезный творческий шаг. Большое спасибо, что отдел культуры поддерживает это. Но особо нам хочется сказать, что весь наш творческо-педагогический коллектив сердечно благодарит за возможность, я даже прочту, а то я волнуюсь, чтобы не забыть ни одного слова, за возможность свободно заниматься творчеством, народно-певческим искусством и всем, что связано с русской песней. И мы благодарим за это нашего многоуважаемого директора Панасенкову Светлану Александровну. Не каждый директор в своих стенах разрешит существовать такому безумию. И я передаю слово нашему родителям. А, Светлана Александровна, сначала вам. А, извините, пожалуйста. Хотели меня пропустить, не получится, я себе напомню. Уважаемые зрители, дорогие наши русские красавицы, я просто хочу сказать, что если бы в 2008 году Жанна Ильинична Андреенко, чье имя носит наша школа, не открыла отделение «Сольное народное пение», сегодняшнего концерта, может быть, такого грандиозного, может быть, не состоялось. А так я вообще... Русские наши красавицы. Вы заметили, что в нашем коллективе один парень на деревне есть, самый красивый. Это всегда было. Он обязательно будет в коллективе. А вот этот концерт, мой первый сольный концерт, он сопряжен еще... Мой первый учитель, которому вы вместе шагали по просторам учебы в нашей школе. Моя первая музыкальная школа в прошлом, когда-то она была. И, конечно же, ну, ваши любимые, дорогие родственники, родители, которые всегда с вами, всегда на машине, куда бы ни ехать. Красногорск, значит, Красногорск. Сочи, значит, Сочи. Недаром у нас самый главный приз был в Сочи. Правильно, да? Это образцовый коллектив, ансамбль русской песни «Нежданно». А сегодня тот концерт, который состоялся двух наших солисток, умницы, красавицы, дай Бог, чтобы вы по жизни шли с песни. Спасибо вам. Ну, мы в первую очередь, конечно, Светлана Александровна, хотим вам сказать большое спасибо вашей музыкальной школе за предоставленную возможность спеть сегодня нашим девочкам, выступить. Они так долго этого лишь ждали, они так мечтали, так хотели, и вот оно свершилось. Спасибо вам большое за ваших профессиональных преподавателей, потому что они прививают нашим детям не только к труду, но еще и любовь к песне. Но еще хочется добавить огромные слова благодарности нашим дорогим преподавателям, нашим концертмейстерам за то, что опекают наших детей и стали практически нашей второй семьей. Спасибо вам, творческих успехов, всевозможных вообще вдохновений, которые только возможны, и чтобы побольше у вас было талантливых учеников. Спасибо. Счастья, здоровья и долгих лет процветания всем нам и нашей школе. Разве за песни кто нас осудит, раз нету песен и жизни нет?
над головой чистого неба. Нам бы хотелось сегодня всем нам пожелать счастья, застолья, досыта хлеба, с песнями жить и не унывать. Теперь фото на память.